No je to mělo, nie. Partigad. Gato. Salgado do ator. I'm hungry. У меня план. План, я понял, это план. Я продал сюда просто. Не знаю, много, да? Ну да, мирным путем, как говорится. Правильно? Согласны, да? Не согласны, они опять не согласны. Да, вот я понял просто. Слабые просто, мелкие, жадные, злые просто, скажи, да. Ничего, так все такие же, и я такой же, и все такие же. И что теперь-то? Ты думаешь, что я счастье найдешь, если ограбишь кого-то, что ли, или что? Ну, понимаете, да.
вкусно, кстати. Опа.
Ну да, мы тоже. Да, понимаю, понимаю. На телеканале «Россия. Большие вести», в студии Евгений Рожков. Здравствуйте. И вот главные темы этого четверга. Убийство, жестокость, отрезанные головы. По подчерку действуют... Это что такое вообще? Зачем? Как это можно? Зачем? Это в целостности государства. И самое главное, это нападение на наших граждан. По просьбе президента Токаева в Казахстан прилетают миротворцы из стран ОДКБ. Кто устроил погромы? Откуда прибыли подготовленные банк-группы? И что происходит в стране сейчас? Штамм омикрон пробирается все в новые регионы России. Чаще всего привозят с курортов. В Штатах откладывают церемонию Грэмми. Макрон вдруг шокировал всю страну. Назвал не привившихся, не французами. В старинной подмосковной усадьбе переговоры о деэскалации вокруг Украины. Самый необычный нормандский формат, что обсуждали в санях и у самовара. Новака Джоковича заключили в отель для беженцев, где он ждет, допустят ли его на теннисный корт. Киевский суд арестовал все имущество Петра Порошенко. Маме интересно многое. А Игорю интересно подарить то, что понравится маме. Но... Мы вначале о том, какая сейчас ситуация в Казахстане. Как сообщает агентство «Спутник» со ссылкой на МВД страны, правоохранительные органы полностью зачистили от радикалов площадь республики в Алмате и бывшую резиденцию президента. Вот кадры, которые вы видите в эти минуты, передает телевидение Казахстана. Это прямой эфир. Сейчас в центре Алматы остаются военные, по-прежнему слышны выстрелы. Отдельные бандформирования не оставляют попыток напасть на кордоны. Спецоперация, фактически бои сил правопорядка с вооруженными группировками, продолжается в других частях города. За сутки задержано около 2500 человек. Вся последняя информация с Казахстана в репортаже нашего собственного корреспондента Роберта Франца. В эти минуты в Алмате продолжается контртеррористическая операция. Вечером в центре города снова собрались вооруженные люди. Начались настоящие боестолкновения с правительственной армией. Как рассказывают очевидцы, сейчас на город опустился очень сильный туман. Видимость значительно затруднена. Поступает информация о том, что боевики захватили городскую телебашню. Глава государства продолжает работать в столице. Власти не прекращают прилагать усилия с тем, чтобы стабилизировать ситуацию. Примечательно, что столица Казахстана, город Нур-Султан, спроектирован таким образом, что по левую руку от президентского дворца располагается Министерство обороны. Это силовое решение вопроса, а по правую — Министерство иностранных дел. И ведомство уже выступило с заявлением о том, что государство продолжит защищать права и интересы всех граждан многонационального Казахстана. Оружие бунтовщикам подвозят прямо в центр города. По слаженным действиям видна хорошая подготовка и боевой опыт. Фиксировали случаи, когда нападавшие прикрывались мирными жителями как щитом. Вооруженная толпа направилась на штурм городского отдела МВД. Завязался бой. Были ликвидированы десятки нападавших.
За прошедшие сутки погибли более 10 сотрудников правопорядка. Поступает информация о том, что у нескольких тел отрезаны головы. Угадывается почерк радикалов-исламистов. На вчерашнем заседании Совета Безопасности Казахстана Токаев назвал происходящее атакой террористов на Казахстан и попросил помощи ВДКБ. Я сегодня обратился к главам государств ВДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, на самом деле это подрыв целостности государства и самое главное, это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства, в срочном порядке оказать им помощь. А вот так сейчас выглядит подъезд к президентскому дворцу в Нур-Султане, Кокардем. Дорога перекрыта, установлены бетонные блоки. Для охраны периметра применяется специальная техника. На усиленное дежурство переведены военные. Боестолкновения прошли и в других городах Казахстана. В Шымкенте и Таразе. Нападение на административное здание. В Алмате террористы захватили международный аэропорт. Войскам удалось его отбить, но сейчас Алматы рейс не принимает. Приостановлено авиасообщение и в других городах. Затруднено движение поездов. На вокзалах толпы людей. Ну, больной это. Что это такое? Наоборот, да? Ну что за детский сад? Желаете смело? С кредитной картой Ponzi и кэшбэком 5% за все. Банк Home Credit. 20 лет одобряем ваши желания. Стоял на руках и не устоял. О, пышная уточка, ах, нежная курочка. Хрустящая панировка с белейшей томат. Эх, у нее только шеф-бургер на уме. Шеф-бургер за 129 рублей. Закажи в приложении KFC.
хуйня должна быть. Thank you.
Thank you.
Да, да, пожемить сможет, пожемить. Thank you.
пока что все. Пласт. Пусти сети. Ой.